это же надо! В мамину кровать надули! А ну, признавайтесь, кто это сделал, а? Макс, отдай монетку, отдай монетку! Сейчас моя очередь! Дианочка, это еще почему? Сейчас моя очередь! Если хочешь монетку, иди попроси у мамы! Шадина, говядина, соленый огурец на полу валяется, никто тебе не ест! Сейчас я у мамы 10 монеток попрошу и все здесь заберу! Вот так! Вставляем монетку... И нажимаем кнопочку, что я сейчас хочу. Так, вот эту. Макс, а тебе не кажется, что ты скоро лопнешь? Уже пятую банку пьешь. Не, Катя, не лопну. Как говорят, а ты налей и отойди. Ну и что, что пятую? Я очень люблю эти коктейли. Они мне очень нравятся. Вкуснятина. Вкусновато, но маловато. Катя, у тебя есть еще монетка? Есть, но она моя. Вставляем монетку. Нажимаем кнопочку. Есть! Мой любимый коктейль. Мне, говорит, не лопни, а сама уже третий коктейль пьет. Пойду у мамы еще денег попрошу. Мама, ты что, ударилась? Тебе больно? Зачем ты дуешь на руки? Нет, Дианочка, я просто накрасила ногти и хочу, чтобы они быстрее высохли, поэтому я на них дую. Ух ты, я тоже хочу ногти накрасить. Мама, накрась мне ногти. Я тоже хочу такие зелененькие. Мама, ну пожалуйста. Дианочка, нет, ты еще маленькая, чтобы красить ногти. Испортишь. Мама, а почему у больших ногти не портятся, а у маленьких испортятся? Дианочка, ты зачем вообще пришла, а? Ну вот так всегда, скажут нельзя маленьким, а почему сами не знают. Мама, дай монетку, мне Макс не дает, он уже из автомата все напитки выпил. Все? Так и знала, что папа зря купил вам этот автомат. Мам, так чего, ногти накрасишь мне, а? Держи, Диана, монетку. Спасибо, мама. Много не пей, а то надуешь кровать ночью. Не, мам, не надую, я уже большая. Спасибо. О, кажется, я опился. Ого, я очень надеюсь, что вы и мне что-нибудь оставили. Я знаю, кто сегодня в кровать надует. Макс, подвинься, я тоже хочу на диван. Дианочка, сейчас, провалится. Пойду куплю себе еще один напиток. И пойду смотреть мультики. Макс, и я пойду смотреть мультики, возьми меня с собой. Ладно, только будем смотреть мои мультики, хорошо? Макс, а давай твои мультики будут про Барби, а? Так, давайте договоримся, будем смотреть по очереди. Сначала мультик про машинки, потом про Барби, потом про Лунтика. Ладно, только давайте сначала про Лунтика. Или про Барби. Чего вообще все за мной пришли? Дети, пора спать. Да куда они подевались-то опять? Дети, Катя, Макс, Диана, вы где? Неужели ушли гулять? Нигде нет. Ау! Нигде не слыхать. Ребята, вы Катю, Макса и Диана не видели? Телевизор смотрели? Мультики опять. Я сейчас. Дети, я иду все выключать. Смотрят до ночи мультики опять, а? Ой. Вы что, спите? Они спят всей толпой. На моей кровати. Будить не будить. Что-то и не знаю я. Так сладко спят. Везде банки с газировкой лежат. Интересно, они в туалет сходили перед сном, а? Ай-яй-яй, а где же я-то буду спать? Ай, тесновато, но ничего не поделать. Спокойной ночи, ребята. Ай, я буду спать. Где я? Почему так мокро? Мне кажется, я тону! Меня заливает! Что такое? Катя? Диана? Что мы здесь все делаем, а? А почему тут мокро? Диана, это ты? Фу-фу-фу-фу-фу! Диана! Вставай, ты забыла одеть памперс! Макс, отстань! Ой, а почему так мокро? Фу-фу-фу! Катя, это ты? Диана, да чего, Катя, это ты? Не, это не я. Я ходила, писала. Катя? Катя! Катя, вставай! Ты плывешь!
Куда я плыву, Макс? Что за шуточки опять? Ай, а почему так сыро стоять? Диана, это ты опять? Это не я, сколько можно вам повторять? Это или ты, или Макс, но точно не Диана. И это и не я, Катя. Да, Макс, ты что, совсем? Это точно Диана? Это точно не могу быть я, потому что в памперсе спала я. Так стоит, так кто-то из вас. Мама! Ой, как ноги затекли, боже мой! Ой, нужно купить Кате побольше кровать. Что случилось там опять? Мама, Катя или Макс надули в твою кровать. Мама, да она врет, это Диана. Что? Как вы могли такое сделать? Ой, Макс, Катя, Диана, я же говорила вам много не пить на ночь. А вы еще смотрели мультики и уснули. Это же надо, в мамину кровать надули. А ну признавайтесь, кто это сделал, а? Мама, это кто-то из них, я была в памперсе. Мама, да она с утра его только одела специально, чтобы на нас все свалить. Дети, ну как так, уже взрослые, чтобы в кровать налить. А чем это пахнет? Фу, ну-ка. Ой, это же ваша газировка. Фу, как она невкусно пахнет, а вы еще как-то пьете. Это же надо. Уснули и из всех банок мне на кровать все вылили. Я сейчас папе позвоню, чтобы он этот автомат унес уже наконец из дома. Зачем только купил? Я же была против, а? Газировка? Фу, я уже испугался. Мам, мы сейчас почистим матрас и вынесем его на балкон на солнце, чтобы он газировкой больше не пах. Да, мам, мы это не специально. Не надо уговаривать папу, чтобы убрал у нас автомат. Мы сейчас здесь все приберем и сделаем так, как было. Мама, ну пожалуйста. Ладно, но чтобы матрас мне отмыли. Я уж напугалась, думала, всем что ли вам мне теперь памперсы покупать, чтобы спасти свою кровать. Катя, кстати, завтра пойдем тебе новую кровать покупать. А то уснули вчера на моей, и она твоей вообще не могла никак поспать. Маленькая, ноги вылезают, затекают. Ай, а тебе как раз на вырост. Новую кровать? Мама, я тоже не могу на своей спать. Она такая маленькая и неудобная. А я скоро вырасту большая. Можно мне тоже новую кровать? О, Дианочка, а тебе отдадим кровать Кате. Тебе как раз на вырост надолго должно ее хватить. Отлично придумано. Эх, но почему мне все время все Катина достается? Неужели нельзя мне что-нибудь новое купить? У мамы была идея дать нам всем памперсы носить. Да, умудрились газировки на ее кровать налить. Ну что, ребята, девочки и мальчики, ставьте лайки, вверх пальчики, подписывайтесь на канал Дренолка ТВ и смотрите новые серии. Пока-пока! Катя и Макс, веселая семейка! И Диана! Да Диана! А еще мама и папа, собака, кошка и кто там у нас сейчас живет. Всем пока-пока! Детский канал Дренолка ТВ представляет! Подпишись на канал Дренолка, смотри мультики с нами!